Житель Ленинского района, воспитанник досугового центра «Юность» Исхак Рамазанов стал чемпионом мира по кунг-фу файтингу. Большие соревнования проходили в столице Армении в Ереване. Порядка 300 спортсменов из 17 стран приняли участие в Кубке мира по кунг-фу, который прошел 8 и 9 июня. Исхак Рамазанов привез в соревновании 2 золотые медали и главный кубок. Наш мобильный репортер встретил чемпиона в аэропорту Домодедово. Также туда отправились Артур Варданян, который прилетел чуть раньше, родные, друзья, сотрудники досугового центра «Юность». Первым Исхака поздравил, конечно же, тренер, который считает эту победу очень важной в становлении молодого спортсмена. Первый бой был с белорусом, второй с Тайваном, вот, и третий финалист встретился с грузинским представителем. Вот, все бои выиграли по очкам, не было досрочной победы. Вот. Все успешно, самое главное, без травм. Я очень горжусь данным результатом, как бы мы к этому долго стремились. Как мама-то все это пережила? Я переживала, очень нервничала. А верили? Верила, конечно. Исхаку Рамазанову 16 лет, кунг-фу занимается 3 года. Он чемпион России, а теперь и чемпион мира. Поздравляем спортсмена с этим новым званием и желаем новых достижений и ярких побед.